Alpha 9, this is Mother 2. Come in. Stingray is moving. ETA 5 minutes. We need you to clear the area marked on your GPS. Over. Got that, Mother 2. On our way. Follow me. Keep up and stay low. Engage only if necessary. Enemy incoming. Hide in these bushes. Тут нету как бы вида от третьего лица, да? Это мы продолжаем. Это вторая миссия снайпера. Первый, второй, третий. Давай их убьем, а, чувак, давай. Давай убьем их. Давай. Ладно. Угу. Пошли дальше, да, давай. Как там? С тобой реально веселее. Ты хоть знаешь, что делать. За тобой просто побегают, постреляют. То я не очень выкупаю, что там из снайпера надо убить плохого, а он куда-то смылся, что-то мне там говорят, а я не понимаю. Ага, you're green, ну это типа мне зеленый цвет, чтобы стрелять, да? Ну понятно. Так, так это я еще понимаю. Дальше идем. Вон на том берегу типочек. Убивать? А, там их два. Так, стой, я ничего не вижу. Давай как-то так, чтобы я что-то видел. А тех, что слева, их ты будешь снимать? Воу. Где, где ты? Вот, на. Да блин. Все, убил, нормально. Мне надо уничтожить кого? Ага, не уничтожить, просто мне надо туда, короче, добраться, да? Что-то вроде типа того. Опа, ничего себе. Раз. Ага. Тут где-то второй был. Там еще где-то лазит. Но его не видно, да? Его просто не видно. Окей, что? Че ты стоишь? Я на карачках позу, ты стоишь. Просто тупо стоишь. Угу. Окей. Раз. Два. Здорово. Теперь ты. И ты. Идем, идем. Ну да, нас же пока что типа выстраивались над графикой. Водичка, песочек, прикольно. А, я понял, Q это, короче, типа аптечка, а я тупой. Надо вообще посмотреть управление, потому что я много чего не знаю. О, убили его. Ну ты какой смелый, да? Прикроешь. И что мне теперь делать? Mother 2, come in, this is Razor 6-4. O'Neill was seriously wounded and evac'd by Stingray, awaiting further instructions, over. You must continue the mission on your own. I'll guide you through that camp. Be advised, this area is heavily guarded. Move with caution. Ну, как всегда, да, его пострелили. Делай всю работу сам. Окей. Что-то... Все,
все как-то сложно. Тут люди вообще есть? Ну, возможно, просто я очень нетерпеливый. Надо тут играть как-то помедленнее, более размеренно. Да, смотреть за окружающей средой, изучать фауну. Там, я не знаю, всякое, наверное. Ну ничего, первый раз же вообще. Тут ничего нету, да? Окей, вот там какой-то типочек. На карте нарисовано, что там... О, очень близко. Там их несколько, там их двое, да? Вот так. Там их только двое. Все, больше нету нигде. Тогда задерживаем дыхание. Раз. И второго. Второго же. Два. Куда он бежал, мне интересно? Он бежал кому-то там маякнуть, да, или что? Он в машину бежал. Хорошо. Машину. Как-то мне эта местность напоминает третий Far Cry. Только там можно было на машине хотя бы ездить. If you can get there in time and hide in one of the trucks, it will take you near where Rodriguez is being held. Got that, on my way. Ага, мне надо, короче, идти не туда, куда я типа и шел, а куда-то в другое место. И там, типа, мне поможет Родригес. Здорово. Ага, вон там еще типочек. Вот тут я тебя поймаю. Поймал. И следующего там же. А, там их у вас двое. Все, нормально. Нормально. Идем дальше. Тут что? Боже, что ж так прицел-то кидает? Вообще ужас. Поправки на ветер. Пульс. Ну, прикольно, конечно, придумали. Только как-то очень много, ну, немного, немало как-то не разжевали вообще что да как. Сходу начал миссию, я не знаю, как аптечкой пользоваться. Ой-ой-ой. Да я понял, все. Я по-тупому вообще спалился. Сирена включилась. Мне надо добраться до машин. Чё ты не умираешь-то? Где? Где ты? Где? А, вот, вижу тебя. Да, блядь. Стой, не убегай. На. Идем дальше. Реально спалился. По тупому, ну да ничего. Где-то он вот тут вот, да? А, вот вижу тебя. Двоих снял. Здорово, ачивку открыл. Вообще молодец. И где-то там еще один. Вот, вижу тебя. Здорово. Идем дальше. Ага, вот еще. Где ты? Тоже где-то на причале, да?
А, вот, вот ты сверху просто. Чё ты? Дурашка вообще. Просто тебя не заметил. Все нормально, да? Я ж так понимаю, нету смысла смотреть эти дома. Там же ничего нету у них интересного. А, я пришел и через несколько часов. Что происходит? Угу. Я должен прийти на место, из которого мне будет видно. Какой-то лайтхаус. Должен тут передвигаться осторожно. Я не могу сидя, потому что я вообще ничего не вижу, если я сидя передвигаюсь. Ух ты, блин. Да, по-тупому вышло. Окей. Тут где-то вот еще типочки. Я понял, туда надо просто не спешить, да? Не будем спешить, мы их высмотрим. Вот один, вот второй. Есть, да, берем на мушку. Раз. Ага, я видел, где третий. И вот тут еще один. Что такое? Что ты не убиваешься? А, потому что я в дерево попадаю, да, или что? Непонятно. И вот тут вот где-то стоит третий. Вот. Здорово. И еще где-то там еще один. Ага, меня чуть не спалили, я понял. Снизу полосочка, которая не должна заполниться. Это как бы спалили ли меня, называется она. А, вот, я тебя вижу. Ну как вижу? Ага, вот там правее еще один, и потом там еще один типочек идет. Все, я понял. Хорошо, сейчас обходим. Тут где-то сидит он за этим домом сразу. Непонятно пока что. Сейчас посмотрим еще выше. Вот он, один ходит, есть. Где-то тут он сидит, вообще я ж его видел, как бы. Ну ладно, ладно, мы идем. А, то есть я когда стою, меня начинают спаливать, да? А, вот ты где. Меня начинает спаливать, потому что я шумлю, да? Ну, логично. Так я крадусь, а так я бегу, и я... Много шума от меня. Тут что? Тут пока ничего интересного, нового. Понятно, хорошо. Сзади, ясно. Идем вперед. Да, ну, я же вообще как бы... Снайпер, а не командос там, да? Не знаю, этот Рэмбо. Я не должен убивать всех как-то топором
взорвать вертолет там и так далее. Нет, это не то. Угу. Вот, я должен прийти сюда. И вот я пришел. Я что? Все? 15 минут эта миссия длилась. Окей. Окей. Начинаем. Тогда следующее видео сейчас. Следующая миссия.